1 августа в России отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 1 августа 1914 года Германия объявила войну Российской империи. Защищать страну отправились около 16 миллионов человек. Среди них были настоящие герои. Летчик Петр Нестеров погиб первым в истории авиации, применив таран. Его именем названа знаменитая петля Нестерова. Генерал Брусилов атаковал врага по всей линии Юго-Западного фронта. Брусиловский прорыв стал образцом для советских военачальников в годы Великой Отечественной. Приказной Козьма Крючков в рукопашную одолел 11 немцев. Во время боя казак получил 16 ранений, но выжил. Россия не выиграла эту войну. В советское время о подвигах участников Первой мировой старались не вспоминать. Но теперь события и герои этой войны выходят из забвения. В самом начале войны, в августе-сентябре 1914 года, была проведена первая мобилизация. В Оренбургском уезде было открыто 8 призывных участков. За первую неделю мобилизации добровольцами на фронт пожелали отправиться около 500 человек. Всего в 1914 году в Оренбурге было проведено 3 мобилизации в сентябре, ноябре и декабре. Более 37 тысяч жителей Оренбургской губернии отправились в войска Российской империи. А при учете казачества – порядка 100 тысяч. За все годы последней для Российской империи войны было мобилизовано более 220 тысяч оренбуржцев. 9 августа на фронт ушел 7-й Оренбургский казачий полк. В самом начале войны на Юго-Западный фронт из губернии были направлены 2 пехотные дивизии. Мобилизация продолжалась и в ходе войны. Оренбуржцы приняли участие во всех крупных сражениях на Восточном фронте – в Восточно-Прусской и Галицийской операциях, в знаменитом Брусиловском прорыве, в Рижской операции. Они воевали на Кавказском фронте и даже во Франции. Оренбург стал крупным центром формирования запасных и учебных частей и был наводнен войсками. Для размещения войск городская дума выделила здания учебных заведений, театры, 4 кинотеатров, частные дома многих горожан. Здесь находилось юнкерское училище, где в период Первой мировой по ускоренным курсам готовили офицеров казачьих войск. В здании музея ИЗО была школа прапорщиков пехоты. Несмотря на то, что Оренбург являлась в основном аграрным краем, в губернии предпринимались меры по усилению и развитию промышленности. Первая мировая, разумеется, внесла большие изменения в экономическую и социальную жизнь тыльного региона. Сокращались мелкие предприятия, на фабриках и заводах падала производительность, за станки вставали крестьяне, женщины, подростки, военнопленные. Оренбургский военный лазарет был переименован в военный госпиталь первого класса. Всего за годы войны были открыты 43 лазарета в Оренбурге. Несмотря на то, что война приобрела другой характер и роль конницы начала снижаться, Оренбургское казачье войско оказало большую роль на полях сражения Первой мировой войны. 3 ноября 1914 года в приказе номер 661 было объявлено о награждении казаков 14-го Оренбургского казачьего полка, отличившихся в боях против австрийцев. 41 казаку этого полка были вручены георгиевские кресты 3-й и 4-й степени, а 50 казаков получили георгиевские медали 4-й степени. Первым оренбургским казаком, отличившимся в бою с австрийцами, был старший урядник 16-го Оренбургского казачьего полка Ефимов Константин. О его героизме сообщалось не только в приказе по войску, но и в газете «Русский инвалид» за ноябрь 1914 года. Участвуя во многих боях и разведках, Ефимов выказывал удивительную удаль и неустрашимость. Так, например, 12 сентября, находясь в разведке, Ефимов заметил неприятельский окоп и своими искусными действиями навел неприятельский полуэскадрон на свою пехоту, в результате чего 12 кавалеристов были взяты в плен, а остальные убиты и ранены. За свои подвиги оренбургский казак был произведен в вахмистры и награжден Георгиевским крестом 3-й степени, Георгиевским крестом 4-й степени и Георгиевской медалью 4-й степени. Оренбургское казачье войско на полях Первой мировой войны понесло немалые потери. В Оренбурге в 2014 году был установлен монумент, который увековечил память о солдатах, офицерах, казаках и генералах, отправившихся на Первую мировую войну в 1914 году.
Памятник открыт 28 августа 2014 года в сквере имени Владыки Леонтия города Оренбурга. Он представляет собой 6-метровую стелу, выполненную из корейского гранита и увенчанную двуглавым императорским орлом. В верхней части монумента находится мозаичная икона Георгия Победоносца, созданная из матовой мозаики. Средства на памятник героям Первой мировой войны в областном центре были собраны благодаря меценатам и благотворительным фондам. Первая мировая война стала серьезнейшим испытанием для нашей страны. Тем важнее сейчас, спустя столетия после ее завершения, вспомнить о подлинных героях, солдатах и офицерах русской армии и флота, отдавших свои жизни, совершавших подвиги и хранивших верность долгу, даже несмотря на всю противоречивость и спорность этой войны. Для увековечивания героев той страшной войны сделано немало, но еще больше предстоит сделать, и в этом власти общества должны проявлять солидарность. Вечная память вам, российские воины, павшие в Первой мировой войне.